Вот вы сказали, что Творец нам покажет дорогу, да, вот сейчас, как нам выйти все-таки из эгоизма. И Моше, он тоже в Египте сказал, пойдем к фараону. Вопрос, как нам в нашем состоянии сейчас все-таки вот получить поддержку Творца, чтобы даже если мы его сейчас не видим, не раскрываем и в Египте, чтобы он нам действительно, как вы говорите, показал, как-то направил, чтобы мы не чувствовали себя одни. Сначала мы обращаемся к фараону. У нас нет других сил, у нас нет к кому обратиться. И мы думаем, что мы можем все-таки в каком-то виде поворачивать его, не убегая от него, поднимаясь, отрываясь, а в каком-то виде, когда остаемся в своей природе, только еще нужно что-то добавить, еще что-то сделать, и мы уже будем в порядке в выходе из Египта, что называется. То есть мы не представляем себе выход из Египта в правильном виде. И поэтому это не очень-то просто. И много-много страниц в Торе говорят об этом процессе. Тогда как, когда мы видим, что уже нечего делать, что мы приходим к фараону и видим, что он не согласен дать нам выйти, потому что Творец все время держит его сердце и делает его сердце все более и более ожесточенным, и мы от этого приближаемся к решению, что у нас нет выбора, кроме как совершенно разорвать нашу связь с фараоном, что мы обязаны подняться от него, выйти из себя, и это называется выход из Египта настоящий. И тогда мы организуемся уже по-новому, правильно, и убегаем. То есть ждем ночи, тьмы. Это называется египетская тьма, когда мы не видим глазами в наших эгоистических органах ощущений, которые у нас были все время. Мы не можем больше быть в них. И мы убегаем. И тогда не важно для нас, куда убежать и как убежать. Главное — это сбежать из Египта. И так мы выходим. Вот и все. Поэтому это праздник, который мы отмечаем ночью, ночь выхода из Египта, во тьме мы выходим, не видим куда, не видим как. Главное — сбежать из-под власти фараона, от нашего эго, чтобы оно прекратило властвовать над нами. Это главное. И бегство, бегство. Просто в любых направлениях, которые можно, только от фараона.